Депутат окружного совета от фракции «Единая Россия» Оксана Романовская приняла участие в проекте «Киноуроки в школах России». Старшеклассники Одинцовской школы номер 1 посмотрели и обсудили фильм «5 дней». Кинолента вызвала большой отклик у ребят. После просмотра они все вместе обсудили тему, которую поднял в ней режиссер. Как меняется внутренний мир главного героя, когда он находит новых друзей, участвует в жизни города и помогает людям.